красный обзор, налево выруливаете, вот так вот пробку объедете. Там он закрылся. Обзор может стать уже в начале полосы. Блин, только я забыл минимальный ТПС. А как ИПМ, ИПМ на ИПМ будете доклад? Нашел? Тебя? Группа Кастет в воздухе. Все миги взлетели? Не все, группа обзор еще на земле. Так, нам на 180 получается. Верно. Дадите знать, когда обзор взлетит. Тут слева еще какой-то контакт непонятный. Позади нас один на север шел. Одиночный. Слева высота примерно 8. Это 110. 110 идут к нам. Соловьев, ты сейчас примерно на 8. Там уже кого-то атакуют. Внимание, одеяло в бою, два мессера. Прямо под нами слева. Привет, одеяло, видели ваши трассеры? Ой, да? Прямо под нами уже битва похожа. Да, одеяло там в этом бою. Вот тут такое количество контактов. На границе фронта, в районе нашего филда, два высотных контакта. Это вы? Наши есть? К вам приближается противник, группа отходит к вам, будьте внимательны. Пока не теряем контроль. Высоту. Тут вам подходит, хвосты несут. Контактов. Нет, обзор, ты со снижением пошли? Так точно, атакую. Принято. Кастет, оставайся наверху пока. Ждем? Кастет принял, держи высоту. Пока держим, ищем. Да. Повыше цели. Справа от нас что-то забирается. Справа забирается, вижу, двое. Идут на филд. Ну, возможно, наш. Надо спросить. Возможно и нет. Это может быть контролирующий. Группа Кастет, к нам сейчас на наш филд идут два дружественных самолета. Они развернулись и брутально. В смысле, идут ли вообще? На высоте Кастет? А, высота, наверное, 6 примерно. Вряд ли, проверьте. Блин, ну они очень низко, придется долго пикировать, но пошли. Вопрос, нам сливать высоту и проверять? Один кто-нибудь. Соловьев пробит, поврежден двигатель. Блин, мне так не хочется спускаться. Ну давай я спущусь. Это скорее всего противник. А, давай, сиди тогда на высоте, я буду по спиральке сливаться. Осторожно, только тут очень большая высота. Да, я понял. Флотернуть можно запросто. Я немножко снижусь. Квадрат. Чтобы, если чтоб тебя прикрыть. Ну я понял, да. Так, они разделились. Один нырнул в драку, второй дальше на высоте. Высоту держит, идет на север. По веру, который на север. Принял. Кастет, доложи, пожалуйста. Группа Кастет послал болта, сам прикрываю его. Обзор, вы там через вертикали работаете? Или на так сидите? Точно. Добро. У вас проблема есть, обзор? Никак нет. Блин. Группа лагов под атакой. Найдите их, помогите. Обзор. А черт, потерял его. Ухожу пока наверх. Еще интересно, цель. Что это? А нашел. Надеюсь, да? Это... Надеюсь, это высота? Решетов. Да на моей высоте. Ну, высота у тебя. Высота 8. Я на 6. На 7. Ну, это Решетов, видимо. А, вижу тебя, я не знаю, или ты позади, или у тебя позади. Я позади его. А, понял. Если что, ну это Решетов, видимо. Не знаю, он на меня сейчас вроде выруливает. Сейчас подлечу, нет. Посмотрю. Давай, хорошо, я тогда пока не заморачивайся. Блин,
Тут, короче, заваруха на полную. Группа, отходим. Уходим. Блин, он такой низко начался. Страшно. На меня, потому что пошел. А, нет, не на меня, я за ним. Я проверю. Это Миг. Это Рештов. Да-да-да, это наша. Кости, это ты за мной там? Так точно, проверял, что за контакт на мосте. Добро. Так, я свои цели потерял. Я сейчас. Кастет, займите район вражеского филда, спуститесь до 5 и убивайте тех, кто возвращается, как понял. Зайдитесь на зону между филдом и вражеским филдом. Займитесь обработкой раненых. У меня курс 0. Высота 7800. Вон, где река, он идет на запад, вон там филд. Г-15 вроде. Или там возле реки? Возле реки. А, вижу. Направление где-то 320-310. Серьезно? Обзор жив? 18. Так, вижу тебя, ты слева от меня. Да, точно. Снижаемся. Обзор доложите. Обзор жив. Да рано, наверное. У вас все нормально, помощь нужна? 7 километров. Я предлагаю... пока нет, я предлагаю пересечь аэродром. Не провалитесь, получите. Спускаться уже да. Лицом к бою. Я согласен, чтобы видеть, кто возвращается. Лучше пока подойдем на высоте, посмотрим, что там как. Я останусь справа, чтобы смотреть, что там слева. Так, вижу два контакта над филдом. Принято. Один, кстати, да, на высоте где-то 6. Под капотом у нас. Принято. Я тогда немножко левее, да, дабы видеть. Я правее. Контакт этот потерял. Пока не нашел. Вижу, прямо подо мной. Это взлетным курсом от филда идет прямо на восток. Вижу, но он явно это к нашим идет. Ну это противник, да. Да, это точно враг. Ну он одиночный, вот в чем прикол. Так вот как раз можно было его выпилить. Рано. И вообще нам говорили, те, кто возвращается, выпилить. Ну да, вообще. Ладно, бросим пока. Пусть думаешь, что мы свои. Хотя нас все равно филд вскроет. Кстати, на филде-то, блин, немецкие зенитки. Да, и сейчас они милые будут, на 7 километров попадут. Да. Но я прям над филдом вражеским. Я сзади справа. Пока по мне никто не стреляет. Слава богу. О, зенитный огонь. Серьезно? Да, возле меня разрыв. Не вижу. Ну, во всяком случае, взрывов нет. У меня слева сзади разрыв, сейчас сзади, ну, сверху. Я понял, этих взрывов не вижу. А, вижу, появились. Давай туда отойдем на восток, и кто будет лететь оттуда, будем атаковать там. Давай. Прямо над филдом не будем, а то к тому же палим, зенитный огонь палит. Да, да. Короче, как в Ростет, нахожусь над вражеским аэродромом, буду атаковать мессером. Наблюдаете? Костет принял, мы видели место, расставили пока его, осматриваем. Я иду за ним, сейчас будет атака, смотрите по трассерам. Понял, еще раз. Ну и где? А, спугнул гадину, ушел вниз. Поднимаюсь. Понял. Наверх, Костет. Давай. Принял, видели. Ну не знаю, если это он стрелял, то это, блядь, совсем на востоке. Да-да-да, это там лежит, на востоке. Понял, я сзади слева. А Фил все оказывается. А я четвертый, Костет, повторный подход к мессеру. У меня пока зенитная огонь, я против него. Он нашел тебя. Костет, наблюдаешь? Я подхожу к контакту на филдом. Ты наблюдаешь его? Вижу контакт, его преследование не вижу. Костет, наблюдаешь? Я подхожу. Возможно, к контакту это не тот. На филдом. Не уверен пока что.
Я делал против зенитной, по мне зенитный огонь. Смотри. По левому крылу у тебя снизу сейчас один контакт возвращается. Жирный, возможно, 110-ка. Прямо над рекой сейчас. Низко? Идет. Да, низко, километра, наверное, 4 ниже нас. Прямо подо мной. У тебя группа слева на 9 часов. А, вон, внимание, под этим, над филдом атака. Пошли туда, там, походу, четверку гоняют. Группа П-40. А, вижу. Ведущий спит, я ведомый. Легло выбили. Возврат падаю. На базу. Падаю. Мешка группа нет. Кастет, высота. Группа Кастет, высота 6 километров, ближе к танковой карте. Вон, прямо под нами сейчас чувака выпиливает. Ну, от филда на восток. Пошел наверх, он свечи выбил. Я боюсь порваться. Кастет, так, наблюдаю вас, иду к солнышку. Рядом противник. За мной тянется. Месть. Под атакой 4. Прикрой, Кастет. Давай, прикрывай. Понял, я атакую. Я иду атакую. К солнцу, вы от солнца смотрите, я под вами. Приняли, болт идет. Тебя атакую. Я тебя прикрываю. Блять, я сам боюсь порваться. Осторожнее. 633 флота. Над рекой, над рекой. До 600 можно разогнаться. Спасибо, он меня бросил. Все, я ухожу наверх с четверкой вместе. Принято, я тут проверяю. Вижу тебя, вижу тебя, кстати, ты у меня сейчас на 12 часов, гораздо выше. Принял, я проверяю, что за контакт. На меня на четвертый повторный подход мессера. Клоняюсь. Смотри, это сзади я, это сзади я. А вижу... У меня на 12 самолет. Ты падаешь. Ты падаешь сейчас за мессера. Группа Кастет справится? Справится. Мессера на 6. Так, смотри, я тоже сейчас на огневую выхожу. Подбил мессера. Нет, значит, это не тот. Четверка атака. 4 под атакой. Ноль три сбил мессера. Хорошо. Ухожу. Ребята, наверх. Отходим все к филду, наверх, он меня не теряя высоты. У меня есть повреждения, отходим. Принял, с набором отходим. Нет, четверка нормально, он бросил климбит. Так, мы уходим или как? Уходим, уходим. Понял, я тогда этот... Кастет, но под вами, 6. Да? У меня, я ухожу и у меня 6. Если плотно, то пикиру, если нормально, то просто... Вообще уже плотником почти. Обзор жив? Так точно. Группа Кастет. Наберите так, высоту. Мой второй говорит, выбрать. Что противник рядом. Не слышно, повтори. Подо мной сейчас снизу, я... снизу будет. Обзор. Группа Кастет, повторяю. Мой второй номер говорит, что противник рядом. Нам бы помощь пригодилась. Отходим к филду. Я сейчас. Мы отходим к филду, обзор. Иду. Прикройте наш отход. Понял, понял. По реке обзор вверх. Давай. У меня на 6 за мной тянется. По реке вверх? На север, что ли? Нет, на вас. На юг, на юг, на юг. Принято. Отхожу к базе, но за мной, на солнце иду. Кастет, к вам еще там тянутся. Снизу, я с определением своего чужой. Я тебя сейчас не найду, слишком много контактов. Просто я обзор, моя высота 3,5. Могу дать раз. Принято. У кого-то сзади мессер. Это Кастет. Кажется, я вижу тебя. Обзор можешь отработать? Так точно. У меня работаете. Плотняк, у меня вообще жопа плотняк. Принял, тебе обзор идет на помощь, заход. Я тебя вижу и тоже пикирую. Он тебя бросил. Понял. Нет, еще заход. Ухожу в этот вираж. Нет, это походу был свой. Потерял цель. Докладывает обзор, ведомый. А, вижу, проатаковал меня. Принято. Да, пару бунзов, Кастет, не суйтесь, отходите оттуда. У меня 6. Блин, ничем не помогу. 6 месяц, внимательно следите. Плотно 6. А, мой уходит наверх. Снова готовится атаковать. Я ухожу к
филду у меня 6 было. Я, короче, уже почти на нулях, у меня километр высота. За мной шестюня, я тоже ухожу. У меня то же самое. Кого 6, проверьте там. Я буду у нас 6, кастет под огнем. Кастет у меня двое. Кастет я помогу. Месяц вашего, хоть на высоту. Я на нулях. Да я тоже на нулях, под огнем. Пытаюсь драпать. Он, кажись, бросил меня. А вот меня нет. Парни, возврат, блядь, возврат. Вообще отходим по возможности, везу. Драпай, короче, просто драпай. Я все равно вообще не ухожу. Никак нет. Форсаж и уходи. Блядь. Отходим потихоньку. Я ухожу, да, я на форсаже ухожу еще. У меня, блядь, мне... Все, мессер готов, он не смог докрутить. Упал сам. Все, отлично. Драпай, короче. Просто. Обзор отходит? Да. Принято, обзор отходит. Я чуть-чуть высоты набрал, возвращаюсь, тебе прикрою. Отходи просто на запад. Ой, на восток. Обзор наблюдает юнкерсы, по-моему, или 110. Можешь проатаковать. Блин, болт я сбил. Добро на атаку, ты по нулям идешь? Да. Кастет второго сейчас... номера потерял. Кастет второй номер сбит. По таблице посмотри. Черт, нет, меня атакуют, ухожу. В каком квадрате помощь нужна? В каком квадрате? Думаю, кастет нужна, главный я дал квадрат. Кастет, в левый перекладывайся, я рядом с тобой попаду. Кастет принял, кастет не под огнем, все безопасно. Я слева от тебя, кастет. Видишь меня, наблюдаешь визуально? Под нами обзор. Принял, вижу. Кастет рекомендую драпать, короче. Все отходят? Да, обзоры наблюдаю, у тебя все чисто, возврат на базу, мы над тобой. Проем мы над тобой. Я вас вижу. Возврат, посадку всем. Поврежденный в приоритет 14, затем остальные, кто там и как. 14 на глиссаду выйдешь до кого? Жили я кого-то сбил. Вопрос, а если мессер разбился по моей вине, это можно считать за воздушный побед? Да. Если он если он пошел за тобой и разбился, считай себе защиту. Да, он воткнулся, он у меня в прицеле был. Я сбил, честное слово, сбил. Да, старый добрый фильм. Что там по посадке? Ожидаем, когда 14 сели. Давай обзор, садись, за ним кастет, а я потом с 27. Принято, обзор на посадку.
Обзору куда отруливать? А в сторону куда-нибудь еще. Принял обзор, вправо отруливай. Костет, сообщи, что все касание было. Принял, иду на посадку. Сетка Саня.